Сложный вопрос. Мне кажется, все это должно регулироваться не какой-то, не каким-то карательным, надзирательным органом. Вот. Мне кажется, это все должно воспитываться изначально уровнем интеллекта, образования, нравственности, заниматься нравственным воспитанием, наверное, с юных лет. Тогда, может быть, это явление будет, скажем, какие-то негативные явления, связанные с этим, будут проявляться в меньшей мере. Я, честно говоря, не знаю, как бы, насколько позитивный был эффект от, там, не знаю, полиции нравов в каких-то странах, где это было. Не в курсе, действенный ли это метод ограничения. Вот. Ну, мне кажется, что, например, с таким явлением, как проституция, у нас, мне кажется, вопиющая ситуация. Потому что на меня производят какие-то чудовищные впечатления, когда я там, не знаю, вечером иду по дороге, и где-то в черте города стоят совершенно... Все понимают, кто эти девицы, но они-то открыто стоят, не знаю, мне кажется, это чудовищно. Может быть, это как-то должно быть... Если это даже, может быть, легализовать, но это скрыть от глаз, как-то, не знаю, людей, которые не хотят это видеть, от детей. Я не хочу это, например, видеть, не хочу, чтобы видел это мой ребенок. Мне это не нужно, и пусть это где-то будет совершенно вдали, как бы, от моего взора. Вот.